Ну что с ним, заметно там что-нибудь, нет? Понимаю, это что с ним? Рентген надо делать. Рентген? Мы его в машине повезем. Мы что, его повезем? Ну. Забираем бусело, чтобы сделать рентген. Упал. Что вы говорите? Если опасность, он убежать не может, тот он лег, чтобы его видно не было. Видите сам? Угу. Страшно ему? Ну, страшно, но что. Аккуратно он может. Он, видите, кровь течет. Ого. А чего у него с клюва кровь течет? Не знаю, травма какая-то, видно. Он то не может кровь течить. Ну, что, ветеринар смотрел. Забираем его с собой, да? Пускай ветеринар смотрит. Он сильно ударился или ногой, или еще чем-то. Он одна лапа опух. Видите? Опухшая какая. Вот. Вот это вот, да. Угу. То есть она, может, где-то даже в гнезде еще была повреждена.